Достаточно напряженной назвал сегодня Рустам Миниханов ситуацию по доходам в бюджет. Их объем снизился на 485 миллионов рублей. Президент поручил разработать комплекс мер по увеличению доходов. Ближайшая сессия Госсовета пройдет 25 апреля. Депутаты заслушают отчет о работе татарстанского руководства Росприроднадзора и рассмотрят более 30 республиканских и федеральных законопроектов. Стартует заключительный этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу. Организаторы чемпионата рекомендуют болельщикам поторопиться с покупкой. На определенные матчи будут доступны билеты 4-й категории.